Всем привет! Сегодня хочу вам показать, чем я занималась на прошлой неделе и чем хочу заняться на этой неделе. Сразу скажу, что апрель у меня напряженный месяц в плане работы, поэтому я не обещаю, что вышивальных процессов будет много. На своем канале блогерском «Жили-были» я рассказываю, что у нас обычно происходит в жизни, а также я там провожу прямые трансляции. Также я в этих трансляциях вышиваю. Почему провожу там? Потому что я не хочу в трансляциях по много часов говорить только о вышивке. У меня не получаются трансляции только о вышивке, поэтому я приняла решение проводить трансляции на канале «Жили-были». Здесь по пятницам, конечно же, будут трансляции чисто вышивальные, а на том блогерском канале «Под вышивку» будем говорить на любые жизненные темы. Теперь хочу показать, что я вышивала на прошлой неделе. Этот наборчик я приготовила. Сейчас хочу разметить канву, заодно покажу, как я это делаю. Я уже когда-то показывала, но меня часто спрашивают, зачем я размечаю канву. Я так понимаю, что многие зрители старые видео не смотрят, которые 3 года назад я снимала. Поэтому я здесь вам быстренько покажу, как я размечаю канву. А также хочу показать, как я приспособилась к наборам Dimensions, вот к их планшеткам. Вот эти планшетки. Здесь вот, как вы видите, 4-значные, 5-значные номера. Мне это не очень удобно. Я люблю стандартные планшетки наши, вот, да, где 1, 2, 3, 4. Ну, я сейчас покажу, как я нумерую вот эти планшетки для своего удобства. Этот процесс я начинаю в СП Юлии Сайкиной Павлины. У нее на канале есть видео и ссылочка на группу. Я давно обещала туда вступить, но еще не вступила. В общем, сейчас размечу канву, сфотографирую и выложу фотографию в эту группу с началом вот этого процесса. А вышивала я на прошлой неделе леопарда по авторской схеме Александры Токаревой. Буду делать отдельный отчет. Я хочу побольше вышить, чтобы уже было видно леопарда, потому что все еще продолжается там черный фон, и ничего объективного я пока о картине сказать не могу. В трансляции я начала вышивать вот это яйцо, но ошиблась, пришлось мне распарывать, переделывать, но от этого яйцо никак не пострадало. Вот видите, какое получилось яичко. Очень красивое. Бэкстич уже я сделала, пришила бисеринки. В общем, сам наборчик мне очень-очень понравился. Единственное, хотелось вот эти бисеринки пришить вот так, как я это делаю в бисероплетении. То есть вот одной вот так вот ниточкой. Но здесь никак у меня не получилось это сделать. Нужно было бы их, наверное, отдельно собирать на нитку, а потом вот так прикладывать, как накладной нитью. Но я все-таки сделала по схеме, пришила бисер, как обычно я его пришиваю. Но очень бы хотелось это сделать в технике бисероплетения. Не стала заморачиваться, потому что, как я уже говорила, когда у меня много работы, я не хочу заморачиваться, я хочу вышивать то, что попроще. Творческий процесс у меня хорошо идет, когда у меня мозг свободен, и я могу творить. А сейчас просто хочу вышивать по схемам, ничего не меняя. В общем, одна половинка у меня уже готова, бисера еще много. 4 цвета бисера, и как раз буду вышивать вторую половинку. Вот заготовка, ниточки, иголки не было в наборе. В общем, все вот так у меня лежит и ждет, когда я начну вышивать вторую половинку. Но, честно скажу, хочу повышивать на канве. В общем, начну павлина и потом параллельно продолжу вышивать вторую заготовку. На пластиковой канве долго вышивать мне не очень нравится. В принципе, мне нравится вышивать, но все равно хочется заменить. Как я уже говорила, мне сейчас одной рукой сложно вышивать, и эту руку мне нельзя напрягать, а на пластиковой канве нужно ее вот так хорошо держать. Как-то хочется мне так расслабиться и вышивать в 2 прокола. Ну, я не знаю, как у меня получится вышивать в два прокола павлина. О, кстати, 5 цветов бисера. Так, я сказала 4, на самом деле их 5. Так, ну все, бисер, в общем, я убираю. А вот эту вот заготовку потом, когда буду оформлять, я чуть-чуть туда синтепон проложу. Я не хочу, чтобы она была плоская, так же, как и шарики новогодние. Я хочу, чтобы чуть-чуть была выпуклая. Кстати, она у меня немножко выпуклая и получилась, потому что я сильно стягивала рисунок. Причем я его стягивала не когда вышивала, а когда делала бэк. Потому что когда был вышит рисунок, то не было оно вот так выпуклое, а потом бэком я стянула. Но пусть лучше он будет стянут, чем он провиснет, потому что я вот синтепон туда проложу. И мне очень нравится, как вот так выглядит объемно и выпуклое это яйцо. Поэтому я не только не расстроилась, что я стянула, а наоборот, даже мне эффект понравился. Хочу еще показать вам в этом видео ножнички. Я как-то уже рассказывала про ножнички, которые я покупаю с AliExpress. Я там подробно рассказывала. Но вот эти ножнички были у Алины, я их не могла найти и вставляла картинку. Вот еще хочу раз поближе показать. Но они действительно классные в форме гитары. Причем они не совсем короткие. Есть 9 сантиметров, эти 11, они чуть подлиннее. Я еще раз ссылочку оставлю на ножнички, вот на эти, вот эти винтажные, потому что задают мне вопрос, где я покупаю ножнички. Когда я вышиваю, у меня рядом всегда ножнички. Я люблю разные, вот такие у меня есть винтажные. И пользуюсь я сейчас... Постоянно сейчас я пользуюсь вот этими ножничками. Они тоже классные. Хотя вот эти вот мне тоже очень-очень нравятся. Но вот в работе у меня вот эти. Девчонки их часто видят и спрашивают. Все мои ножнички с AliExpress. В разное время покупала. Цены, конечно же, могут отличаться. Но ссылку я все равно оставлю. И вот смотрите, что еще пришло мне с AliExpress. Я вам не показывала. Мне летом Катя дарила вот такую рулетку. Я сразу не поняла, что это рулетка. Но потом, когда я разглядела, что это рулетка, я начала искать такие же. Поскольку у нас в семье 2 рукодельницы, нам нужно 2 рулетки. И вот такую я заказала. Смотрите. А вот, видите, она с фиксатором. То есть вытащили, все фиксируется. И если нужно эту рулетку скрутить, нажимаем вот сюда на кнопочку, и рулетка скручивается. Тоже на эту рулетку оставлю вам ссылочку. Правда, когда я выбирала, там цветов было мало, выбор был небольшой, ну, может быть, сейчас побольше. В общем, ссылку я тоже оставлю. Классная рулеточка, буду ее носить с собой в сумке. Ну и теперь приступим к этому наборчику. Этот наборчик подарила мне зрительница, которая пожелала остаться неизвестной для моих зрителей, просила не называть имени, но набор вообще шикарный. Огромное спасибо еще раз говорю, огромное спасибо. Вот такая здесь канва кофейного цвета, кофейного, наверное, да, цвет топленого молока, я бы так его назвала, не знаю, как он называется правильно, но это не столь важно. Есть, вот как мы называем канву молочного цвета, она светлее. Это канва потемнее, но она не особо темная, 14-го каунта. Вышивать мне на ней будет легко, а на темной канве мне сложно вышивать, а на этой просто прекрасно мне будет вышивать. Ниточки у Dimensions спрашивают меня, нравятся ли мне нитки от Dimensions. Нитки мне очень нравятся. По качеству хорошие нитки. По длине. Я люблю длинные нитки, но я люблю, когда они сложены вдвое. Но опять же, для меня это не столь важно. Я все это могу заплести в косы, но мои кошки просто сходят с ума, когда видят эти косы. Вообще я спокойно вышиваю, и кошки у меня на нитки не реагируют. Но на нитки Dimensions у них такая реакция. Как только видят, сразу бегут. Особенно молодая кошечка-мурзилка. Так, это дополнительные нитки. Кстати, когда я первый свой набор Dimensions вышивала, я не всегда видела, что еще вот такие дополнительные идут нитки. Когда я вышивала Мэгги-рукодельницу, я подумала, почему так мало ниток на планшетке. И у меня даже там не хватило. Думаю, да как такое может быть? Я даже достала свои нитки гамма, начала ими вышивать, а потом только увидела дополнительные пучки. В общем, надо вытаскивать все сразу из пакета, все сразу разглядывать, а не по очереди. Ну, у меня тогда опыта не было, я как-то так вытащила все с краю, а там что еще внутри было в пакете, не посмотрела, что там еще вот так сложены были нитки. Так, что я делаю с нитками от Dimensions? В общем, я обычно беру ручку, так, и начинаю подписывать. Вот сейчас, так, с какой планшетки мне начать подписывать? Сейчас я возьму ключ. И посмотрю, ключ. Так, мне первый раз вообще сложно было работать с ключом от Dimensions, потому что здесь... все по-английски написано, но года 2 или 3 назад у Маринки Прок видео я смотрела, там очень подробное было видео, как она вышивает по наборам Dimensions, и мне это видео очень помогло. Вот эти все обозначения, где крест, где полукрест, все там объясняется. Вот это... В общем, вот смотрите, да, здесь в скобочках указано: в одну или в две нити вышивать. Это крест, это идет полукрест. Так, значит, здесь первым номером 1365. 1365 на какой планшетке? Вот я смотрю. Вот так, номер, вот 13.0. Первым номером здесь написано 13067, значит, вот эта планшетка у меня будет первая. Смотрите, что я делаю. Я пишу 1, 2, 3, 4, так, я к себе сейчас поверну, 6, 6, 7. В общем, мне нужно всю эту планшетку пронумеровать. Это я делаю для своего удобства. Так, на первый 14, дальше идем 15, 16. Сейчас вы поймете, для чего я это делаю. Для того, чтобы не путаться и для того, чтобы не искать мне номер на планшетке, номер в ключе, то есть. Так, 27, 28. 29. В общем, получается 29 цветов. Вот смотрите, у меня в ключе идет первый номер 13067. Вот он, 13067, у меня под номером 5. Поэтому вот здесь напротив я пишу номер 5. Дальше я ищу 6031. Теперь ищу здесь, где у меня номер 6031. Так, вот 6031 у меня под номером 29. Я пишу вот здесь номер 29. То есть у меня планшетка по номерам, а вот здесь в ключе напротив каждого номера я пишу номер на планшетке. Как я работаю с ключом? Например, мне вот нужен значок А. Я беру, вот смотрю, значок А, и рядом у меня написан номер 5. Номер 5 на планшетке. Значит, я ищу номер 5 на планшетке и беру нитку вот этого цвета. То есть, понимаете, я быстро ищу. Если вы будете 5-4-значные вот эти номера держать в голове, то, скорее всего, что вы запутаетесь. Вот так я вышиваю, очень быстро нахожу эти номера, потому что процессы я меняю. То есть, вот когда вы вышиваете один процесс, вы уже запоминаете, какой номер у вас под каким цветом. Но когда вы меняете процессы и переходите к другому набору, то вполне возможно, что вы запутаетесь. Но я во всяком случае путаюсь, и я себе для удобства придумала вот такой способ. Чтобы вам было полегче, я рассказываю, как я себе облегчила работу над процессом. И... еще как я облегчаю себе работу над процессом. Меня спрашивают, зачем я делаю полную разметку на канве. Обязательно ли ее делать? Нет, ее делать не обязательно. Можете вышивать вообще без разметки. Но мне удобно делать разметку. Как я это делаю? Желательно, конечно же, погладить канву, если вот такие большие заломы. Но здесь 14-я канва, я думаю, здесь нормально. Особенно если 16-я и 18-я. Чтобы точно разметить, нужно канву погладить. Так, я сейчас гладить не буду. Только ни в коем случае не гладьте канву с разметкой, вот таким маркером, иначе потом останутся желтые пятна. Так, я помечаю центр, пометила центр. Пометила центр. Теперь я должна найти центр на схеме. Центр на схеме, то есть как раз здесь идет пересечение. Вот в Dimensions идет пересечение ровно по квадратам. На наших схемах не всегда идет это пересечение ровно по квадратам. В общем, что я делаю? Можно просто ставить крестики. Я полностью делаю разметку вот таким маркером, тоже купленным на AliExpress, Water Пен, который растворяется в воде. Я полностью доверяю своему маркеру. Всегда он у меня отстирывался. Главное замачивать его в холодной воде без моющих средств. Я уже об этом рассказывала. В общем, вот так. Вот так я размечаю. Буду делать полную разметку. Это тоже мне значительно облегчает вышивку, то есть я могу вышивать быстро. Теперь что я делаю? Многих утомляет разметка на канве. Я никогда не размечаю нитками, леской. Это еще дополнительная работа, а я хочу себе упростить задачу. Поэтому упрощаю таким способом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отсчитала 10 клеточек. Теперь беру циркуль. Беру вот такой вот циркуль с двумя иголками. Это измерительный циркуль. Специально для этих целей я покупала готовальню. Обычно, когда в доме есть ученики, куда-то все эти запчасти пропадают. Поэтому я специально для себя купила. Дело в том, что вот такой измерительный циркуль вот у нас отдельно не продается. Я весь город объехала, хотела просто купить вот такой циркуль измерительный с двумя иголками. Но он только был в готовальне. Можно, конечно, было взять циркуль с карандашом. Замерили. И теперь отмеряем также. Раз, вот пересечение, 2. Только когда будем мерить вот так по горизонтали, то желательно тоже замерить, потому что не вся канва идеально равномерная, то есть может чуть-чуть отличаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, замеряем. Как видите, у Dimensions точь-в-точь, что вдоль, что поперек, а разметка одинаковая. Вот так канву размечаю я очень-очень быстро. И 16-й каунт, и 18-й. И я вас уверяю, ни разу у меня не было сбоев. Кто-то говорит, что не доверяет вот такому циркулю. Лучше доверяет своему глазомеру. Я вам честно скажу, я своему глазомеру доверяю меньше, потому что у меня бывало, что и 9 клеточек, и 11 я могла ошибиться, отмерить. Вот этим циркулем я ни разу не ошибалась. Ну, вы же знаете, что чертежники делают свои схемы вот именно вот таким циркулем, и даже там в долях миллиметров они не ошибаются. Поэтому я полностью доверяю этому циркулю. Ну, в общем, вот таким способом я сейчас буду чертить сетку. Для чего я это делаю? Вот еще раз поясню. Я люблю вышивать по цветам. Я не вышиваю парковкой. Всегда начинаю вышивать с правого нижнего угла. Но я вышиваю, то есть одним цветом могу вышивать из любого места. То есть я могу прерваться, например, могу повышивать здесь, потом могу в другом квадрате повышивать. Если я хочу посмотреть, например, рисунок, как выглядит вот в центре, да, я не ошибусь. То есть точно зная, в каком квадрате нужно вышивать, мне не приходится пересчитывать. Вот, например, если вы вышили в одном квадратике красный цвет, и потом вам надо повышивать красным цветом через один квадрат, каждый раз вы эти клеточки считаете. Я каждый раз эти клетки не считаю. У меня уже сетка размечена так же, как на схеме, и я уже не считаю. Это значительно ускоряет мне процесс вышивки. Так, в общем, канву я размечу. Что я делаю со схемы? В схеме также я нумерую квадраты 1, 2, 3, 4. И также у меня что вдоль, что поперек будет 1, 2. Даже если не полный квадрат, это все равно 1, первый квадрат, так же, как и последний. 1, 2, в общем, 3 и так далее. Так, кстати, вот для меня схема Dimensions мелковата. Я ее обычно сканирую и увеличиваю. Ну, вот сейчас попробую вышивать по оригинальной схеме, потому что я очки помощнее себе заказала. Но все равно немного ребит. А вот это место немного ребит, но все-таки попробую. Если уж совсем будет тяжело, тогда буду сканировать и распечатывать на простых листах. Эти листы вроде не сказать, что глянцевые, но они, однако же, непростые такие, как А4, непростая бумага. Ну вот мне ребит, вот красно-синяя мне ребит. Вот. Ладно, посмотрим. Я же сейчас не вышиваю, точно я могу сказать, когда начну вышивать, тяжело будет или не тяжело. Вышивать я буду на обычных пяльцах, пяльца 20 сантиметров, мои любимые дешевые пяльца. Я всегда на них вышиваю, они достаточно легкие, нитки у меня нигде не цепляются. А многие говорят, что они не крепкие. Я вам честно скажу, за 3 года, которые я вышиваю, я сломала только одни пяльцы. И то я сильно вот тут закручивала и резьбу сорвала. Ни одни пяльцы у меня не сломались. Я не знаю, девчонки, как так можно вышивать, чтобы пяльцы ломались. Пяльцы покупала я в Леонардо. И вот такой у меня есть магнитик красивый. Это подарок. Это подарок. В общем, у меня и набор подарок, и вот этот магнитик подарок. Я думаю, этот магнитик, держатель для схемы, очень подойдет для моего процесса, для павлина. Вот так я свой процесс организовала. Очень нравятся мне вот эти ножнички, они тоже подходят сюда по цвету. Сейчас я, наверное, с Алинкой на время поменяюсь ножницами, а вообще нет. Я сейчас возьму и закажу себе точно такие же. Они мне очень нравятся. Люблю я ножнички. Я питаю особую слабость к ножничкам. Поэтому я сейчас закажу себе точно такие же. Все, канву я разлиновала, все приготовила. Вот так я процесс свой организовываю. Магнитик, ниточки. И сложу сейчас все вот в эту папочку. Вот так будет организован мой процесс. На этом свое видео заканчиваю. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока.